Друзья, несколько вопросов потом участие. Участие будет такое: Стихотворение: Я так хочу прийти к тебе, Господь, и пение у креста положу свое сердце как розу. После этого участия пения Помоги мне над миром греховным подняться, город Курганинск. И несколько вопросов. Первый вопрос: почему Иисус, когда взял грехи все на себя, попал в рай. Ну, на самом деле, не в рай, а в ад. Так написано, что Христос сошел в Пресподние места земли, в ад сошел, будучи в аде и так далее. «Не оставь души моей в аде, Поэтому Христос прошел и ад тоже. А вот уже потом рай. Поэтому даже с этой точки зрения записка неправильная. Но, а еще более серьезное там объяснение, более сложное, но его я не буду вам говорить из жалости к вам, чтобы недолго было. Почему некоторые люди во время поста пьют воду? Так можно? В общем, нет. Пост – это ограничение от воды и пищи, плюс это смирение самого себя, отпусти измученных на свободу, накорми там голодного и так далее, и так далее. То есть это достаточно большой такой целый комплекс мероприятий разных, но вот минимально это ограничение в пище -питье. Тем не менее, некоторые люди во время поста могут употреблять воду. Ну, в смысле, как могут? Употребляют воду. Например, запить таблетку там или еще по каким-то немощам. Вы можете этого человека спросить. Вот вы увидели, что человек во время поста воду употребляет. И вы спросите, а почему воду употребляете? И он вам ответит, откуда же я знаю, почему некоторые употребляют воду? Откуда же я знаю? У них, наверное, свои какие-то причины есть. Я не знаю почему. А может, они вообще не постятся. Вот у православных есть такой грех, называется грех тайной вот, когда вчера рассуждали, отменить пост или нет, я говорю, братья, надо пост отменить. Ну и братья тоже были согласны. Потому что если мы не отменим пост, мы будем побуждать народ к греху тайнояденья. Это когда за -за заперлись там в каких-то палатках, и хомяч что там. Вот. Вот. Поэтому это, некоторые это. Так, значит... Братья, вот две, две записки похожие. Братья, как вы относитесь, относитесь к идеям книги Подсознание может все? И вторая записка, нормально ли верующим читать книги по психологии. Друзья, я всегда на этот вопрос отвечаю так. Вот психология такая большая наука, дисциплина очень большая. Она начинается вот отсюда и заканчивается вот здесь. Да? И вот где-то посередине проходит граница, через которую христианину нельзя переходить. Она Нельзя сказать, что вся психология плохая. Например, есть книга, например, «Пять путей к сердцу ребенка». Хорошая книга, но, разумеется, она в какой-то степени психологическая. То есть там объясняются некоторые психологические приемы, которые помогают вот найти вот доступ к ребенку, например. Или «Как воспитывать сложного подростка». Тоже такая некая психологическая книга. Или вот такие книги, например, которые учат человека ну, вести себя на публике там, и так далее. Ну, там у Дэлла Карнеги есть, например, некоторые книги. Хотя мне не очень не нравятся, в принципе. Ну, то есть вот какие-то есть такие простые советы, которые, в общем-то, нормально прочитать и даже использовать в своей жизни. Э, и как бы ничего, ничего страшного нет. Но если по, этой, поэтому этому как бы, шкале двигаться дальше, читать более сложные книги, более сложные, углубляться в это, углубляться в какие-то книги, которые которые описывают внутреннее подсознание, само, вот анализ какой-то там, или психоанализ, или еще что-то, вот, больше там по Фрейду там, и так далее, и так далее, вот там туда подальше, друзья, то мы в конце концов переходим границу, где уже заканчивается такая простая бытовая психология, и начинается уже ближе что-то, знаете, к, религи к религиозной какой-то психологии, причем не христианской. И это, конечно, категорически нельзя это делать христианину, вот эту черту переступать нельзя. А где эта черта? Ну, ее трудно проследить. Поэтому в общем-то, к книгам по психологии мы относимся вот именно таким образом, что ну, надо быть очень аккуратным, чтобы не попасть в ту область, которая э, недопустима. Может быть, на что-то очень простом уровне. Судя по названию, я вот эту книгу не читал, подсознание может все, я эту книгу не читал, вот, но судя по названию, она уже настораживает. Знаете, есть такие книги, которые говорят тебе, что у тебя внутри там вот есть там мощная какая-то сила, тебе надо освободить свой разум, тебе нужно вот как-то ну, расслабиться, чтобы дать вот выход своей внутренней энергии. Это как раз та среда, вот та территория, на которую нам не надо заходить. Вот не надо. Я недавно прочитал книгу по одного, ну просто мне было очень интересно, книгу одного психотерапевта, очень известного в России, Андрея Курпатова. Он написал книгу, называется Счастье по собственному желанию. И вы знаете, очень такая большая книга, я ее долго читал, с трудом, но там такой интересный момент. Например, вот он пишет, что вот когда я общаюсь с человеком, который вот, ну, как в нервозе находится, там, в депрессии и так далее, то одна из моих задач внушить ему, что у, у, смысла, у жизни нет смысла. Вот никакого смысла нет. И не надо к чему-то стремиться. Надо жить вот, сегодняшним днем, радостью сегодняшнего дня. И вот когда человек понимает, что вот в принципе, ну чего мне куда стремиться, ну что будет завтра, я не знаю, может я завтра умру, а может быть еще что-то. И вот, когда, я вот это, когда человек это понимает, то вот он начинает радоваться того, что у него есть. Вот он радуется там солнышку, там радуется там комару, который летает и так далее, и так далее. И вот он понимает радость сегодняшнего дня, потому что вот он знает, что завтра ничего не ожидать нет. Друзья, и вот он говорит, это очень многим помогает. Вот я читаю эту книгу и думаю про себя. Вот могу ли я это применять в своей практике? Но, ну, разумеется, нет. Это вообще полностью противоречит христианской теории, христианской идее, идее да, полностью противоречит. Поэтому, друзья, очень часто люди-психологи, вот именно вот такого уровня, уже серьезного уровня, да, которые не просто на обиходном уровне занимаются психологией, а именно уже такие вот посвятили себя, это часто люди не только не христиане, они противоречат христианскому учению. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным. Да, какие-то советы он дает неплохие, там какие-то можно при, это, при, принять, но в целом это что-то совершенно не... противоречит христианство. Конечно, здесь можно отличить психологию, психиатрию, психотерапевтов, можно отличить, друзья, но мы с вами не специалисты, поэтому просто будьте к этому очень аккуратны. И еще, если я не могу, не, вот, если я не, могу, если я не, могу не обращать внимания, очень много «не», на слова, которые про меня сказали за моей спиной, и потом плачу от этого по ночам, что мне делать? Дайте совет, пожалуйста, я очень ранимая. А, друзья, вы знаете, я скажу, это действительно проблема. В Библии написано не на каждое слово сказанное. Обращая внимание, это очень важно, чтобы нам понимать, что люди могут сказать просто не подумав или еще что-то. А, и вот человек говорит, я очень ранимая, да, что мне делать? Ну, во-первых, перестаньте жалеть себя. Вот я, видите, уже начинал с книг по психологии. Вот сейчас буду вас учить. Вот э, перестаньте жалеть себя. Это называется синдром жертвы когда человек, вот, я самый несчастный, я самый плохой, вот пусть мне все будет плохо, вот я такой несчастный, такая несчастная, я такая очень ранимая, вот я такая вот, знаете, воздушная, мне надо вот какие-то особые такие, у меня мигрень там или еще что-нибудь. Друзья, это все, это все такая, знаете, это на самом деле гордость, вот на самом деле такая завуалированная гордость, когда человек жалеет себя, перестаньте жалеть себя. Хороший, вообще очень хороший способ перестать жалеть себя, идите работайте. Нет, это в прямом смысле слова. Вот как только у вас появляется жалоство, ой, 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 как все плохо, я самый больной человек, и все остальное, друзья, то в этот момент времени просто идите, найдите нуждающегося человека, в больнице найдите нуждающего человека, в церкви найдите. И пойдите, работайте. И вот вы поверите, друзья, как только человек начинает что-то делать, у него вся эта балаша с головой проходит. Моментально, очень быстро. Это первое. Второе, я вот что вам скажу еще: то есть, очень важно, человек должен работать. Работать, причем работать много, долго, хорошо и желательно так, чтобы очень сильно уставать. Большинство проблем психологических снимаются хорошей, тяжелой работой. Работа это прекрасно. И, кстати, я скажу вам, даже вот этот же самый психолог пишет такую мысль, что количество депрессий в последнее время увеличивается из-за того, что люди стали больше отдыхать. У них образ жизни построенный на отдыхе. То есть он работает, а потом он где-то на пляже свободно проводит время перед телевизором или где-то еще. И вот ему кажется, что вот этот образ жизни нормальный, а это не нормальный образ жизни. Нормальный образ жизни, когда человек работает, сказать, занят трудом. И тогда у него не остается времени на вот эти психологические выдумки. Вот. Но, тем не менее, еще одна мысль. Написано: чувство навыком приучены к развлечению добра и зла». Вот эта мысль он, чувство навыком. Друзья, любое чувство, любое наше чувство. Чувство. оно может расслабляться может укрепляться чувство вот обиды чувство вот вы пишете я не могу не обращать внимания. можете все вы прекрасно можете просто нужно немножко поработать над собой нужно попритковаться нужно с молитвой с постом нужно усилие царство божие усилием берется и потихонечку вы к этому привыкнете если вы будете ждать волшебного слова какого-то или какого-то чуда то вы так и будете в этом состоянии жить и в конце концов вам оно понравится и вы так и будете пребывать в этом унынии Поэтому, пожалуйста, просто не расслабляйтесь, работайте, делайте полезное что-то, и все будет хорошо у вас. Пожалуйста, участие. Стихотворение «Я так хочу прийти к тебе, Господь», пение «У креста положу свое сердце, как розу», и пение курганицев «Помоги мне над миром греховным подняться».